шахматная мысль превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Сообщение с другими планетами сделает это таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. И в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир. Межпланетный шахматный турнир между командами Васюков и Большой Медведицы закончится победительной победой васюкинцев! Ура, товарищи! Ура!